Привет, друзья! Сегодня небольшой ремонт и короткое видео. Владелец Audi A5 дверьми зацепил столбик. Повреждения небольшие, но неприятные. Ремонтировать буду при помощи споттера. Давайте начнем! Двери внутри в местах ремонта обрабатываю антикоррозийным средством. Моя работа закончена. Отдаю машину владельцу. Ему осталось только покрасить. Сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!